Суточный прирост заболеваемости коронавирусом составляет 0,5%. Об этом рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Наибольшее количество заболевших отмечается в Самаре, Тольятти и Сызрани. Рост заболеваемости фиксируют почти во всех возрастных группах. Чаще всего болеют работники сферы услуг, а также сотрудники офисов. План по вакцинации выполнен почти на 52%. В Самарской области этот показатель выше, чем по стране. Но по-прежнему много непривитых остается в тех отраслях, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Виктор Кудряшов дал поручение проанализировать динамику вакцинации среди сотрудников промышленных предприятий, педагогических, медицинских работников и выяснить причины отказов от прививок в отдельных случаях. Давайте посмотрим такую же ситуацию по Министерству образования и науки. Пожалуйста, соберите данные о привитых сотрудников сферы образования по Министерству социально-демографической политики. Коллеги, давайте обновим, но обновим именно с точки зрения динамики. И давайте понимать все-таки причины, почему люди не идут прививаться. В чем причина? Сам человек боится, либо там кто-то ему не советует. По словам заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяны Сачинской, сейчас все силы направлены прежде всего на то, чтобы сделать прививки людям старшего поколения и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Мы провели совещание с ОМСом и всех страховых представителей лечебных учреждений. Прежде всего, точно так же подключили к обзору 60+, плюс еще больных с хроническими заболеваниями. То есть мы сейчас предметно их вызываем, указывая время и день, когда им удобно прийти. То есть именно на эту категорию граждан мы направим все свои усилия. На сегодняшний день первый компонент вакцины сделали 1 053 605 человек. Завершили вакцинацию 958 070 человек. Вакцины есть во всех больницах и прививочных кабинетах в необходимом количестве. Виктория Шарая, события.